На днях в Министерстве тарифов края должны решить, повышать стоимость проезда в общественном транспорте Красноярска или нет. Если рост согласуют, то без всяких бюджетных поддержек ездить нам с вами придется минимум за 35 рублей. Такую сумму озвучивали представители частных перевозчиков. В идеале, по их расчетам, рентабельный тариф – это 48-50 рублей, а 35 – лишь минимальный порог, который позволит предпринимателям продолжать работать в нынешних условиях с подорожанием топлива, нехваткой запчастей и инфляцией. Сейчас проезд по городу 32 рубля в автобусе, 28 в троллейбусе и трамвае. Если расчетный тариф не поднять, перевозчики не гарантируют, что смогут заявиться на исполнение контракта в будущем. Из 50 претендентов на перевозку горожан осталось 38, рассказал председатель правления Ассоциации пассажирских перевозчиков края коллегам с радио «Красноярск главный». Через 2 года у нас заканчиваются контракты и будет объявлен новый конкурс. И на сегодняшний день ни один из ныне работающих на маршрутах не может уверенно сказать и для себя определиться, что он сможет выйти через 2 года при нынешней ситуации и сможет выполнить те условия, хотя бы которые были прежние. Проезд для горожан можно сделать и 25 рублей, заявляют перевозчики, но тогда к этой сумме до расчетного тарифа нужно добавить субсидий, чтобы пассажирам не приходилось оплачивать всю сумму целиком. И в ряде регионов такая схема работает. Сейчас Министерство тарифов изучает документы и высчитывает, насколько рост тарифа экономически обоснован. Решение примут 25-26 января. Если рост цены не согласуют, красноярские перевозчики намерены обращаться в надзорные органы и в суд, чтобы доказать необходимость повышения.